Всем привет, с вами Бриган. Начинаю 35-ю часть своего прохождения Assassin's Creed 4 Черный флаг. Ну что, давайте вернемся, собственно, туда, где я и закончил. Как бы я... Ну, я переместился просто сюда, как бы взял золотые пистолеты там. Закончили мы морские баталии, задания. В общем, что у нас тут, по идее, в принципе, сейчас пока недоступно. Нам осталось здесь два заказных убийства сделать. Ну и, собственно, как я обещал, сегодня надо пройти уже сюжетный квест. Да. Карта тормозит, караул. Мышку они сделали, мать их. Давайте тогда переместимся поближе, посмотрим, что там за квест. Я уже, честно говоря, потерялся тоже во времени с этими морскими битвами, сражениями, этим плаванием по морям опять. Так, собственно, где тут у нас что? Вот у нас здесь, да? Давайте туда перейдем. Посмотрим, что у нас. Даже не помню, что там и было уже. Два дня мы ничего не проходили, по-моему. А нет, вчера вроде проходили. Да, я уже время потерял, конечно. Ладно, смотрим ролик. Флип с Ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Эн, когда трезвы, кокетка, когда пьяны, дамой никогда. Что ж, милая Эн. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Насау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело. Поскольку других идей нет, предлагаю затаиться. Пока что никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. По мне, так можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужник стоит смерти? Да, это наша республика. Наша идея. Земля свободна. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Уже не знаю. Смотрю на то, чего мы добились за эти годы, и вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Печь прав, друг. Если подумать... Нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город, но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы.
Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Да, здесь. Угу. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гаване. Туда я точно не ходу. На затонувших 2 года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Ну, ты колокол. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть, так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэч? Да, идет. Увидимся на месте крушения, Кенуэй. Блин, что ж и сразу не взял такой. Помни, Тэч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Блин. Вот ведь нафиг. Сколько я мотался, сколько я... Золото, железо мог... А, так он без... просто собака. Я думал, он железо требует. Да не вопрос. Давайте я еще что-нибудь куплю. Ну, мне вообще ничего не будет. Жадные вы, ребята. У меня там все. Так, тихо, тихо. Так, нам на корабль, да, я понимаю, насколько. Ёкарный бабай, но сейчас сложный будет квест, ребята. Матюгаться буду опять. Чтобы синхронизацию выполнить, я как раз о том и говорил, что я ни разу еще не выполнил 100% здесь. Ну, может быть и получится, не знаю. Что ж, будем пробовать. Сложновато, конечно, будет квест. Ну, если покумекать, то можно, конечно, додумать. Там, в принципе, я не знаю. Ладно, не буду я сейчас тут, как говорится. Сейчас приплывем, увидим. Давайте вплавь, господа. Ну, 4000, что делать? Потерпим, не хочу я прыгать тут все это. Поднимаем все паруса! Так, давайте я маленько чуть-чуть сброшу. Что-то маленько вроде подрыгивает. Не люблю я, когда подрыгивает чуть-чуть даже. Нахрен мне это все надо, но и так тут нормально и так все это выглядит. Все эти навороты. Что там еще? Нафиг за глаза. Да, все заполнено. Я тут стучу по сундукам, якорам и бабай. Все, я так полагаю, здесь все. Да что-то мне показалось, поначалу тут бутылка лежит.
ящик настоящего. Появилась эта песня уже. Ну что, он, наверное, уже не хочет физически брать. Некуда. А, сахар. Сахар, да. Сахар нужен. Ну где? Так, все тут. Спустить бомбрам себя и Василя! Ослабьте старушку, ребят!
отдать! Ну что, господа, сейчас будет цирк, честно говоря. Запасайтесь мне в глотку, Тэч. Тампонами. Отличная уши галера. От моих матов. 32 пушки. На 40 я сбился. Повезло тебе, друг. Но удалось найти тут лекарство. В этом месте ничего, увы. Но вон там пока еще не было никого, кроме крабов да кораллов. Я взгляну. Эдвард! Эдвард, это вы! Боже, правильно! Малави, Стиндия! А, Боннет! Не ожидал вас тут увидеть. Месяц назад я встретился с господином Тэтчем, и он взял меня под свою рею, так сказать. Велел мне пообкисаться сперва, чтобы стать пиратом. Что ж, желаю удачи. Черная борода наставит вас на путь истинный. Да. Так, а вот так, вот так, так, так. Ну, читайте, в общем. Теперь вы можете использовать водолазный колокол. С его помощью можно добраться до особенных мест под водой, таких как обломки кораблей, пещеры и исследователи. Подплыв к таким местам, нажимайте и держите кнопку S. Ну, у кого какая. Как только вам предложат спустить колокол. Ну вот. Давайте. Блин, как ботает, а? Что-то на глубине. Даже сигарету запушу. Было такое. Ну так-то ничего сложного нет, но под задание вот это гребаное, которое сейчас будет. В общем, тут надо не попасться акулам. Что ни разу у меня не получилось. Берите сокровища из сундуков 3. Может быть, это не в этот раз. Давайте смотреть карту. Собственно, ну-ка, ну-ка, что там он сказал еще? Так, секундочку. Да, действительно, смотрите, значительно стало красивее. Даже колокол изменился. Но вот камера что-то ездит не активно, в принципе, под водой. Так, заберите сокровища из сундуков, из 3 сундуков. Угу. Собственно, тут дело такое. Надо будет немножко вспомнить, потому что один из сундуков нас занесет вот сюда. А потом нам сюда будет возвращаться колокол. Колокол перекинут вот сюда, по-моему. Ладно, что тут гадать, короче, поехали. Вот один сундук, я вижу его. Шифтом быстрее плывет. Давай, родной. Так, можно обратно. Так, с пробелом. С пробелом мы поднимаемся вверх. Взаимодействовать. Занырнули. Так, вспоминаю просто, господа. На мои бурчания внимания не обращайте, если что. Так, так, так. Давайте попробуем сюда. Вот это воздушные камеры. Одноразовые. Так, поехали.
Тут акул что-то я не вижу пока не знаю. А вот эти вот электрические скаты, они кусаются. Так, заберите сокровища из трех сундуков. Ой-ой-ой-ой, беда, печаль прям. Так, давайте я занырну. Воздуха хотя бы хватает. Давайте занырну. Буква Е нырять, по-моему. Е взаимодействовать. Сейчас мы маленько здесь здоровье восстановим. Так, я полагаю, надо забрать вот этот сундук. Давайте я вот за это съезжу. Ну, надо все здесь забрать. Что там, где она? Вот она. А вот скаты, к ним тоже лучше не попадать. Они тоже кусаются, причем очень больно. Так. Я полагаю, надо забрать вот этот сундук. Где он? Где он? Быстренько, быстренько. Опа-на. Главное, чтобы меня там не завалило. Забираем. Быстро обратно. Так, где еще сундук? Так, начали мы занырнем, я думаю. Сейчас подышим здесь и будем нырять, потому что, как я и казалось, здесь как бы здесь хреновая ситуация такая. Здесь нас придется сейчас, придется нам жарко. Да, где сундук? Вот он. У нас тут сейчас завалит. Погнали. Собственно, вот запоминайте это, если, опять же, я говорю тем, кто не проходил. Этот первый сундук берем в последнюю очередь из этих троих. Так, здесь можно передохнуть. Немножко отдышаться. И через кнопку Е. Так, давайте я сам, господа, тоже немножко передохну. Так, в общем, вот видите, колокола нет уже. Ну, собственно, нам вот здесь вот все это проплывать. Так, давайте смотреть дополнительное задание, ведь, наверное, здесь нет ничего. Ладно, поехали. Кнопка Е ныряем. И шифтом погнали обратно. Опа, это такое что-то, чего-то тут не чинит. Главное не удариться, а вот я ударился. Привет. Не вижу ничего, камеру мне не взять, к сожалению. Мне ее не развернуть даже. Так, так. Душу из нас вышибли. Опа, видели, да? Тоже там такой пловец, как говорится. Так, 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 так. Новая задача, пожалуйста. Не попадитесь в зубы акулы. Вот это про то, что я говорил. Чего я ни разу еще не делал. Так, в траве можно спрятаться. Давайте смотреть карту. Здесь я могу поднырнуть, подышать. Где это? Хреновина на карте я ее не вижу. Где-то рядом, где?
Бляха на таха, вот она. Быстренько подышим, восстановим здоровье. Собственно, в траве также можно от них прятаться. Если собирать все, в принципе, можно попробовать до колокола добраться, ничего не собирая. А потом, если что, занырнуть обратно. В принципе, я, наверное, так и сделаю, потому что только ради синхронизации. Здесь где-то чертеж, по-моему, в одном из сундуков есть чертеж. Давайте я попробую чисто, чтобы не попасться, добраться до колокола. Давай, мухой, пацанчик, мухой, все. Да, загрузить. Надеюсь, загрузят нас нормально. Не с самого начала, да. Нормально загрузили, с полным здоровьем, еще и с бочком, с воздухом запасом. Ныряем. Ну тут как обычно, вот смотрите, вот. Так, пытаемся. Так. Не хочется сюда возвращаться-то потом. В траву. Раз. Зараза плавает где-то тут. Все, нас засекли. Мухой в траву. Воздуха еще есть маленько. Так. Давай обратно, лошадь. Так. Давайте до колокола. Нет, обратно к колу. Блядь, да что ж ты так ныряешь-то? Тихо. Воздух еще есть. Давайте вот туда, в траву прыгнем. Вот тут же тоже трава, вот. Давай. Раз. И до колокола. Иначе не дать удачи. Опа, взаимодействие. Так, чтобы вернуться на корабль. Ну что, господа. Я не знаю, я думаю, можно будет еще раз спуститься сюда. А вдруг нельзя, или вдруг опять придется проделать этот же путь. Быть может, знаете, что, господа? В принципе... Я могу сейчас подобрать все сундуки. Если я провалю задание, сундуки-то у меня уже будут собраны, наверное. Ну, они как-то дружно эти сундучки-то охраняют. Можно, конечно, в травку попробовать нырнуть. Лазают кобылы. А если... Ну-ка, о! Может, даже зрение даже орлиное врубить. Что-то у кого не фиксируется. Так, вот там сундук. Раз. Смотрим, где еще сундуки сзади где-то. Так. Ну что, рискну. Но она-то быстрее плавает, паскуда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это фейл. И вообще-то я... Я случайно нажал два раза. Кнопку Е. Повезло. Я нашел один. Я рассчитывал, что он нырнет. Увы, эликсир внутри... Подлуживание. Испорчен. Галат и мор. Черт. Ну ладно, если может, что, я сейчас еще раз нырну по-любому. Помни о помиловании, Тэч. А все этот Хорниголд стал слишком горд, чтобы звать себя пиратом. А он просто осторожничает. Все дело в том, как себя поставить. Дурачься на потеху. Убедишь лишь дураков, а будешь дьяволом.
тебе покорятся все. И им станешь ты? На публике, да. Весь мир театр. Напугай свою жертву. Создай жуткий образ из лихорадочного бреда. И все рухнут на колени, моля своего бога о пощаде. Боже! Не дурно? Еще бы. Если придумаешь тихий способ достать лекарство, скажи. Иначе я займусь этим сам. Ну да, это я выполнил первый раз, кстати. Но я, честно говоря, не так хотел это сделать, но... Попробую я еще разочек завернуть туда. Веселя отдать! Вперед! Давай, красотка, расправь крылья! Ну, что делать надо? Капитан, убавить веселя! Надо забирать. Там, по-моему, чертеж был в сундуке. Будет прикольно, если все сначала. Слава богу, не сначала. Так, а как же я смотрел? Колокол в другом месте висел. Да, колокол висел в другом месте. Давай, родной, топчи газ. Все, нас уже видят. Все акулы. Давайте попробуем спрятаться. Может, проскочит. Да. Так, тут ничего нет. Давай ты ныряй, мать твою. Если задницу прокусят быстренько. Так, до суда. Плывем до суда. Где она? Вон она, вижу. Так, вперед. Так, используем. Опа. Так, и в траву быстро. Сейчас. Вот так вот тут, как говорится, господа, не придется кувыркаться. Быстренько, да, вот этого вот. Раз, и до сундука. Сундук где? Я сундук, не сундук. Надеюсь, нам тут задницу не оторвут. Так, что далее? По-моему, тут должен был быть чертеж. Блин, что-то не написали нифига. Особый корпус, все, да, вот я же говорю, тут чертеж. Чертеж корпуса особого. Вот так-то. Так что, ребята, не советую пропускать. Воздуха, в принципе, хватает надолго. По идее, можно рисковать. Вот, единственное, что задание вот это вот нужно было выполнить. Еще вот эти вот гидры, мать. Они тоже кусаются. Так, вот у нас колокол погнали. Сейчас акула нас атакует по-любому. Давай, родной! Нет, все, забрались. Ну вот смотрите, вот даже если учесть, что... Допустим, если бы я квест не прерывал, да, я бы смог бы добраться. Учитывая, что еще и колокол был там гораздо ближе.
Ну что, у нас есть корпус. Естественно, мы пойдем его возьмем. Даже базар. Не, фраерок, вот сюда вот, да. Хорош уже тут халявный лифт используют. Не напрыгался еще. За время абордажей. Так, улучшение галки. Вот видите корпус. Так, 400 железа, 750 доски. Очень хорошо. Ну и все. Теперь тут кто вообще как танк будем. Ну что, остальное все. Немножко мы тут скинулись. Тряпок зато у нас море. Ладно. Что у нас, кстати, тут? Кто-нибудь приплыл? Блин, через 12 минут. Так, через 12 минут у нас один приплывет. Ладно. Дали отложить решение. Там два этих самых. Брига, один-то продать надо было. Ну вот. Визуально это, по-моему, незаметно. Все равно так. А может и заметно. Кстати, под водой это стало симпатичнее намного, чем я играл тогда. Так. Ну что, господа. Хотите понырять еще? Чертежи-то надо добывать. Давайте для разрядки. А здесь-то что? Кстати, действительно, что здесь? Почему? Вот бутылка. Для парусов. Сюда плывем. Однозначно. Еще паруса отдать. Как ты это пропустил? Что-то я не понял. Ну там бутылка, как бы. Я не знаю. Надо ее читать, кому-то не надо. Я-то уже читал все это, в принципе. Так, вот нам нужен солдат вот этот. Спустить брамсели, живей, живей! Наполни каждый дюйм! Это 200 реалов. Да какой нахер столкнулся? Спокойно, вот ты. И держись. Вперед! Слушайте своего капитана. Вперед! Он болтает, да? Только отпускать нельзя совершенно. Как же этот остров пропустил? Так, ладно, чего же тут базарить? Пропустил. Что-то я не помню. Это за остров, это такое, я не помню вообще. Спустить паруса! Убрать все паруса! Живо! Чей-то его не помню. Ну, главное. Капитан в море!
Может, тут и карта есть какая? Какие-нибудь сокровища? Нет, ни хрена никаких сокровищ. Это бутылка есть, вот она. Ладно, сейчас залезем, точку возьмем, обзора, может и карта появится. В принципе, чертежи. Да, это 15-й. Немножко совсем не работает, что-то я не знаю. Колесико. Хотя, может, у меня мышка такая. Ладно, больше. Это все не важно. Давайте откроем точку обзора. Чертежи, как я говорил, уже добываются вот либо с колоколов, либо клады добываем. Там тоже чертежи открываются. Не знаю, больше я не знаю. По-моему, остальное. Да, в принципе, все, по-моему, вот с колоколов и кладов, по-моему, больше. Чертежи нигде не открываются. Что-то я другого не помню. Вон труп-то лежит. Или это просто так труп для фонда? А, вот, хорошо башку поднял. Давай, родной. Так, и что теперь, обо что убиться? Смотрим карту. Это что, и все, что ли? Нахерам тогда точка обзора? Чего-то я не понял. Ну ладно. Столько тут всего, и он труп лезет, что за труп? Родной, да. Вот, ну тут другой базар. Вон тут и крупешник лежит. Давай, раз ты такой шустрый, давай тогда вот так. Так, и там сундучок. Где-то там. Здесь, по-моему, клад будет. Да здесь, по-моему, клад должен быть вообще, я не знаю. Почему-то что-то мне это так напоминает, это место клада. Хотя нам, когда мы сюда пришли, понял, что это корабль. Но это вот то, что я говорил, корабль с этим. Сейчас покажу, давайте, и все-таки наконец-то я разочек туда залезу. Здесь все взято. Давайте я покажу это с ресурсами тут. Главное просто не торопиться, спокойно бегать и собирать. Времени минуты это достаточно. Вот минута пошла. Спокойно подбегаем. Забираем. Подбегаем. Забираем. Ну, там еще где-то. Ну, бывает побольше сундучков. И так что-то не очень уносит. Значит, 40 секунд, а мы еще можем по трупакам пошарить. Бомбочки там, пули. О, нифига, 200 с лишним реалов. Видели, я понял. Почитайте сундук. Какой-то курьер, видать. Ну и вот отчет вошел.
Просто дергаем отсюда. Смотрите, что сейчас будет. Вот такой вырыв, корабль на дно. Ну вот, таких нам даже на море часто появляются. Там лодка была, наверное, я тут плачу, что-то совсем забыл, что можно... Надо было он туда переместиться спокойно, так же. Ладно, чуть-чуть. Еще можно было телепортироваться. Потому что сейчас я буду все равно телепортироваться. Ну чё ж, башка уже под вечер уже не так варит. Не сразу. Именно мысля приходит опосле. Так, ну что еще? А, мы хотели вот сюда, давайте сюда. Так, спокойно, спокойно. Не надо, все идут. Паруса отдать к ветру! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Маршали, меньше ход! Ну, вот, маленько древесину остановили. Все паруса отдать! Все наверх! Поднять паруса! То, что на корпус отдали. Что-то новенькое запели. Или нет? Ну вот, 300. О! Белый кит! Достать гарпуны! Ну, горбатого кита мочили. А вот белого, я не знаю, мочили или не мочили. Начинаем! Да, ну это что-то посерьезнее. Крюками ее! Вот скользкая тварь! Не нравится? Тут ребята лучше как из пулемета кидать. Все, слабеет! Только натянулась сразу кидаем, натянулась кидаем. Яблочко! Берегись, хвост! Если он оборвет, а он оборвет. Да! Потеряли! А он оборвал. Я что-то вижу. Ну ладно, половину мы, считай, уже практически мы высадили. И еще в него. И еще. И еще. Держись, готовность! Опа! И еще! Яблочко! И еще! А, да! И еще! Метка выкат! Тварь ранена! Видали, а? Метка выкат! Упустили! Да ладно! Осталось один раз у нее пальнуть. Я думаю, все. Она держится! Держи! Она держится! Шустро какая! Да, держи! Ну вот, как бы и все. Опа! Ничего себе! Браво, капитан! Кожа белого кита. Не знаю, ловили мы такого, не ловили. Че сказал?
зарядки, тобой теперь можно. Да нахрен нам нужен вылет нарядки тобой, это господа, вы че? Какой нахер китобой? Так. И сундук и прочее. Где у нас счет, если что, колокола? Так, вот еще колокол, черная дыра. Вот. Вот. Тут что-нибудь поближе есть. Вот, вот. В общем, поплавать ездили, господа, понырять. И еще один. Ну, это, скорее всего... Так, появилось. Ехаем. Появилось, господа, это самое у нас... Контракт на убийство. Думаю, на втором острове тоже появилось. Нам осталось их два всего. Возьмем клинки с этими с пистолетами. Нет, это клинки. Это. Контрабандисты с аристократом тамплиером во главе грабят деревни пещеры. Древние пещеры. Найдите и убейте их. Угу. Ну вот, собственно, вот здесь. Да, это будет сложно. Вот вход через колокол как раз таки. В общем, господа, я понял, почему они были не открыты. Потому что оба они выполняются через колокол. Без колокола, то есть их было выполнить невозможно, поэтому их и не давали. Все понятно. Кстати, тут еще бутылочка, я смотрю. В общем, заходить будем отсюда. Собственно, мы рядом со всем. Можем взять конвой, там 1005, наверное. Ну что, поехали. Задание будет не ждать. Ну, мы попробуем. Блях, а там сложно, очень сложно. Ну, как мне показалось. Ну ладно, не будем ныть. Че тут ныть? Нормально. Это интересно. Так, это на нас уже, да? Это уже на нас. Ничего, на абордаж. Что делать? Вариантов у нас немного. Совсем разбился.
А что-то фальконеры совсем ослабили. Ну попади же ты уже! Чё, уже можно брать на бомбер? Чё нельзя? Чё плавает? Нас попали! Так, что-то тут ещё, что ли? Вроде нет никого. Это что, неужели он нас так расколбасил? Или это мы, а там мы так тюкались, наверное, об этом. Там берег так тюкались, что ли. Весь корабль раздолбил. Да, тут навесом идет. Так. Флаг вражеский. Опять флаг. Как туда сдали, а? Больше всего я ненавижу этот флаг. Да, не густо. Но... Золотые пистолеты. Поехали. Сейчас мы в бою опробуем, как они выглядят. А, понял. Задача-то флаг. Помимо всего прочего. Ну, что такое? Ну и... Мужчина. Ну, что за капризы, твою мать? Так, надо бы валить отсюда, иначе сейчас он та собака нас схеракает. Так. Давайте-ка, господа, подчиниться за ним. Благо рядом. Интересно, что там идет впереди. Так, починить корабль. Так, лопка не подала. Где-то тут видел же лопку. А вон.
Так, тут союзник. Так, нам куда? Нам выплывать сюда. Блин, хреново. Тут стоит этот козел с этим пропеллером. Да, вот хреново. Вот сюда я не заплыл в свое время. Сейчас бы оттуда было бы сподручнее выплывать сюда, чем отсюда, через вот это все. Да. Сюда далеко плыть-то, блин. Ну чё, меняем картинку. Это наш. Чё за хрен-то? Блять, ну покажите корабль-то, блять, блять. Глупый там. Какой это испанец, мать его. Это испанец. Почему? Вот. Я и говорю про это. Надо поливать сразу. Заряды. Ну чё с ним делать? Что-то Китио, что ли, я не знаю. Ну-ка, порубим их на куски! Крюки готовы! На базар! Подождал, когда тут достанет все и зарядит. И стоит она нервы. Тут цель не выделена, она просто стоит, как будто перед ним никого нет. Сам только что свалил и сбил с ног. Куда ты, родной? Цель не выделена, и он стоит просто дрочит свои шпаги. Извиняюсь уже за выражение, но я не знаю, как это назвать. Она стоит от него в двух шагах, вместо того, чтобы бить ее, он просто стоит шпаги свои. Ну, я надеюсь, обратили внимание. Так, ладно. Мне нужны люди. Кто там на выходе еще стоит? Мины. По всей видимости. Можем улучшить корабль. Брать его, конечно, можно. Но... Так. Ну что делать, господа? Возьми это. Короче, поехали. Еще паруса отдать! Убавить парусов!
Он пока сейчас очухается, пока кишки свои соберет, пока сообразит, пока в радаром от него попадем. Поехали. Сейчас у всех будем его налетим. В данном случае на абордаж возьмем починить. А там еще как ему клевает, зараза какая-то. Да, он уже маркиры достает тоже. Давай, давай, маркируем его. Сейчас сзади еще дадим его под зад. Там еще один. Разворачиваемся и... Добим его в карму. Удачная позиция. Ну давай, давай, я держу уже давным-давно. Че это там такое? А, торможу уже. Тоже нам задание дали на этот. Да, уничтожить. Попробуй уничтожить. Выше не поднять под конеты. О, что-то сдуло вроде. Неужели как-то попал? О! О, я даже что-то попал. Так, это по скорости. Так, так, так. Пистолеты взяты. Так, еще надо. Стрелка нахрен. Так, здесь позицию держим. Оп. Нет, вниз не надо. Вообще-то нам все равно туда бежать. Там запас опорох. Давай, давай, кнопку Е, ну! Блять. Ну что такое-то, мать твою? Ну давай кнопку Е-то. Наконец. Ну, теперь валим отсюда. Блять, пьяный ты что ли, сударь? Пьяный вы что ли, сударь? Ну давай. Я добрый сегодня, подходите, ребята, раздаю, блядь, сегодня на абордажах. Даже сам себе поражаюсь. Так, этот блокировал. Вот это врезал. Вот это еще первый раз так делал. Ну вот. Сейчас мы научимся. Ну вот, уже все, я только разошелся. Неплохо, неплохо. Так, чинимся, потому что там еще один кто-то на хвосте. Не менее такой же. По всей видимости, через... А, тут же он, галеон. Ну, в смысле, не галеон, а этот конвой, мальчик. Сколько там? А, это не тот. Ну давай, стреляй! Чё это было-то, мать твою, паскудная душа? Блять, мне галеон этот... Что мне галеон этот приебался на язык? Так... Хер на него, вон мне кто нужен. А это-то так. Давай ты уже. Не могу через левый борт разворачиваться. Все паруса, парни. Давай вперед.
там тысяч пять, ну да. Интересно, это шхуна. Гимнстер, да. Так, главное дело нам не попасть в одну точку. А то сейчас колокол сбросит. Держись! Сейчас столкнемся! Добыча будет нашей! Тащим их в преисподнюю! Так, вот тут надо побыстрее. Давай ты хватай, мать твою. Очень хорошо. Так, тут уже не достать. Потащили куда-то, блять, пьяные саперы. Куда вы потащили-то, ебуны? Пипец. Вот это пришвартовались, мать вашу. Да ну вас нахрен, короче. Короче. Нет, туда не надо прыгать. Ага. Ну ничего, так плевает. Заряжай, мне один выстрел нужен будет, как минимум. Зарядиться. Блять, паскуда, сука, блять. Перезаряжай ты, сука, уже пистолет-то свой ебучий, тупой ты, блять, олень. Блять, придется всех вырезать нахуй. Неугомонные паскуды, блядь, где? Ну зачем камеру забирать, блядь? Ой, блядь, ну посмотрите, что делает. Это вообще клоун, куда ты побежал? Надеюсь, ты его зарезал, блядь. Ну, наконец-то перезарядил. Блядь, сука, а. Да я ему, сука, выбью зубы, блядь. Ты, сука, перезаряжаться будешь, пидорас, блядь, или нет, нахуй. Козел, блядь. Все здесь, блядь, побывали все, ёпки. Ну и команда-то где все, я вообще не понял. Я чё тут, я тут чё, в одиночку, что ли, взял судно, что ли, мать никакой? Не, вы видели, господа?
Команды не было на борту, это я соло его забрал, мать его. Не, не то чтобы тут герой такой, но я зато и думаю, что они так тут буро на меня прут, ну, на одного со всех щелей. Даже сверху прибыли эти стрелки, на, по всей видимости. Не поленились спуститься, на. Так, ну что, господа. Собственно, чтобы нам добраться до этого товарища, нам нужно спускаться здесь. Хрен с ним, с этими кораблями. Поехали. Ну ладно. Потихоньку, потихоньку, как-нибудь сейчас. Помаленьку. Дело, я думаю, стоящее. Так. Тут ничего нет. Пока ничего нет. Ладно, поехали. Вот эти... Отплываем, иначе они током бьют или чем-то. Я не знаю, что они так и норовят нас схватить. Вот, видите? Зараза, блядь, как специально на него выплывает. Так, что у нас здесь, смотрим? Сундук. Так, здесь, кстати же, можно воздухом подышать. Если я не ошибаюсь. Да, здесь можно всплыть и подышать воздухом. Давай, родной, наверх, блядь, что ты сиськи-то мнешь? Давай уже, давай! Дышали, восстановили здоровье и опять вниз. Как он стоит, мы туда не в ту сторону, вот так. Все, поехали. Че тут темно? Давай, давай, родной. Поехали. Козлячья рожа, вот, блядь, встала вот весь пароход. Как вот ее тут обплывешь? Ладно, мы тоже не пальцем деланы. Сейчас. Так, тут, по-моему, тоже всплыть можно. А может и не можно. Ну, нахер поплыли пока так. Доплывем, я думаю. Есть еще воздух. Блять, колючки. Вот эти колючки тоже осторожно, господа. Они тоже кусаются. Блять, доплыть бы уже. Вон они, видите, колючки эти по краям. Так, вроде доплыли. Так, я эту тему помню, по-моему. Нет, да. Помню эту тему. Вспомнил. Сложновато будет голыми руками. Не вынырнуть. Под воду нырнули, мало ли там глазастые ребята быстренько сюда спрятались. Блять, Буратино-то, ну прыгает туда, прыг. Я знаю, что он здесь раньше прыгал, блять, вот прыгал туда и забирался, козел. Нет, теперь не хочет. Паскудная рожа. Ну все же, куда ты теперь распрыгался? По-моему, я вот там забирался. А хотя, может, нет. Наверное, я вот здесь, вот так вот, сбоку. Так, задача быстренько выскочить и дать ему брок. Ну, нас это херней не напугаешь. Вот так вот, пацанчик.
Надеюсь, он умер. Да. Можем даже пальнуть, кстати, разочек. Так, что тут стоять? Они прошли. Опа, назад, раз. Да, блядь, куда ты все? Вот эти круги, господа, вот они и есть, блядь, паскудные. Да чё круги эти? А, это вот этого вот убить надо, что ли? Да. Тут винтовка лежала, блядь. Вон она стоит. Есть. Больше у нас тут ничего нет. Ну давай, давай. О, паскуда. Ну давай, тогда надо сматываться все сейчас. Иначе тут из нас кишки выдрали. Один стреляет, второй. Давай, ныряй. Надеяться, что свалим. Временно. Так, найдите сундуки контрабандистов. Сейчас здоровье просто чисто восстановим и назад. Блять, стрелку этому в задницу надрать. Пока они в разнобой бы их перебить. Давай, 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 ныряй, 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 мужчина. Поплыл, родной, поплыл. Сюда встали. Опа. Оп. Оп. Ну так-то, блядь. И нахуй. Чай с сухарями. Давайте вот того здоровичка завалим. Нравится он. Да не, не то. Вот надо вот его убить. Убили, не? Интересно, в воде они дерутся? Ну, топорик взял. Ну, давай, мужик, давай. Ну, чё тут за покорепа? Иди сюда. Сюда-то, что ты там встал-то, гандон? Гранаты, блядь, достаю. Давай, морда твоя толстожопая. Пробел, пробел. Рукой, 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 ногой, блядь, между ног. На нахуй, козел. Бомбочку забираем. Ну, ну. Да, тяжелый случай, блядь. И нахер бомбочки. Ну, хер с ним. Так, короче. Где это все? Это все внутри, что ли? Вот это где-то здесь, вот внизу. Вижу. Мы взяли. Тут, короче, ой, блядь, как это все делать, а? Мама, ну вы видите, что творится с ним, блядь. Это просто пиздец, обморок, блядь. Давай, бери боеприпасы, блядь, урод, блядь. В жопе ноги нахуй. Кони, блядь. Свистюль херов. Так, никого нет. Но тут кто-то есть. Здесь еще должен быть. А, типа пьяный. Вот этого толстого нужно в первую очередь замочить. Давай. Вот, а этим и так вручную разберемся. Вот так.
Ну, да что вы говорите, блядь? Я 20-ка. Давай, родной, давай, вали отсюда, блядь, тут еще офицер, сука. Бомбочку. Yes. Вали нахер всех. Еще бомбочку. Ну что за херня-то, блядь? Вообще-то бомбочку я первый кинул. Сука, как ты там еще стрелял, блядь? Ай, блядь, тупизна. Ну давай ты, сука, рожай уже. Сука тупая, блядь. Бицеп, блядь, недоделанный, нахуй. Теперь будешь всех по новой мочить. Что этот гребаный сундук, два сундука. Ну встань ты уже. Да, молодец. Да, здесь еще и карта. Вообще я их тут всех, конечно, убивал. Это я знаю где. В общем, господа, придется их всех убивать. Интересно, они опять прибегут. Давай быстрее. Так, мукай отсюда. Они там ходят, давай второго толстяка. Раз. Бомбочки-то я не поднял, блядь. Быстро бомбу поднимай. Две есть бомбы. Так, спрятаться. Ну хоть сюда. Блять, ну и гандона. Как же он отвратительно. Так, ребята там в недоумении, что такое произошло. Опа. Что такое, что такое? Так, Санька, объясни. Разочек. Че, все трое, что ли, придут? Ну, одного там схватим. И вот этого. Ну и все, красавец. Собираем бомбы. А я его имбицилом. Ну что вы, ребята. Я его люблю, ёпты. Красавец, блядь. Давай, забирай. Мудила. О. Да, ну уже и нахер не надо, честно говоря. Потому что уже все. Больше никого. Так, тут я сундук забрал. Здесь забираем карту. Ты еще живой? Какая удача! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 307-195. Кстати, я так и не посмотрел.
Угу. Это знаете где это, по-моему? Это остров, где... Наверное, где мы это самое... Квест выполняли... Где ассасины-то эти... Живут. Может и нет. Давайте посмотрим координаты этого острова, во-первых. 58-184. Давайте карту посмотрим, какие есть. 58-184. Твою мать. Господа, тут карта. Ну, тут сокровища есть. 55-178. Да, здесь, по-моему, сокровища. 55-178. Ну, давай. Так. Что ж на все мозги как парите? Дайте нормальную карту. 55-178. Где это? Ну что это здесь и правда. Да нет, наверное, не здесь. Все говно. 5-178. Здесь. Вот это здесь. А что это такое? И где это? И где это хрена тем 5-178? И как это понять? Ну ладно, давайте соберем, потом будем думать. Как это все? Я не помню просто. Да, есть сундук где-то третий. Да, вот он. Так, все это мы выполнили. Так, там где-то залезть можно наверх. Так, это выход, наверное. Да, здесь мы будем выходить. Ну вот. Видите, да? Сюда как-то можно забрать. А вот. Можно надеть. Так. Здесь этот хрен. Так, теперь меня интересует одно. 5-178. Так, что-то я здесь видел. Ну, это не то. Ощущение, что тут еще что-то есть. Надо было спокойно вообще лазить по его. Мочи эти козы. Ладно. Все. Мы поняли. Мы тебя поняли. Мастер. Супер. 5-178. Корабль стоит здесь. Там суша есть где-нибудь. Сюда тут есть только прыгнуть на корабль. Там суши нигде нет.
Так, давайте карту смотреть. Что за хрень? Не там ли это, где мы вот внизу, вот это было? Дырка, солнце. Неужели это там? Давайте туда спустимся. Лестница, вот мы, может, тут забирались где-то. Лестница, вот, пожалуйста. Да, лестница? Ну да. Вот она, лестница, типа. Не, не она. Да тут хрен чё поймёшь даже по этой карте. Ладно, я предлагаю вниз все-таки спуститься, что-то у меня такое чутье. В смысле... Ну, почему-то так кажется. Что это здесь. Потому что тут тоже лестница. Не шевелись ты, как таракан, заебал. Так, по-моему, это вот там. Так, только не убейся. Есть, тут кто-то все. Ну-ка. Yes, да, это здесь. Вот он, господа и клад. Ну, смотрите, сколько тут плюсов они набрали. Ну, давай еще чертеж, если дашь, это я вообще с ума сойду. От счастья. Да. Слишком много хорошо тоже. Ну, 4000 тоже неплохо. Дожрался, господин бригант. Ну ладно. Пошли обратно тогда. Ну что ж, контракт на убийство выполнили. Так, где лестница? Открыли логово контрабандистов, подняли сундук, взяли карту. По-моему, неплохо. Эдвард, что нового? Да что нового, мужик такой в штанах тут лежит, блядь, с голой жопой. Сейчас, капитан, с голой жопой. Капитан на борте. Да, не беспокойтесь, его одедут. Я тоже поначалу не выдавал. Так, только хлам какой-то дали, мать их. Ой, блин, я это самое хотел пойти сменить костюм. Ну ладно, посмотрим еще разок анимацию какого-то. Давай, родной. Костюм, а не, нормально вроде, да? Это же нормальный костюм? Нормальный, да. Так, ладно. Что мы еще хотели? Нам осталось, да, нам остался еще один... А, бутылку давайте заберем, съездим. Так, это где? Кто сзади? Бутылку и... Нам осталось еще один контракт, последний остался. В общем,
Господа, давайте сделаем перерывчик. Минут через 15 вернемся. Давайте я здесь просто вот так вот сделаю. Через 15 минут я вернусь. Ставьте там лайки, подписывайтесь, комментарии, то есть все вопросы. Всем удачи, до следующей части.